श्री कृष्ण चैतन्य
Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasani Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Everybody raise your hand. Все поднимите руки. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Astutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Astutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadhmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Sira Gurugandha Goswami Maharaj, Sira Bhakti Rakha Siddhar Goswami, Sira Bhakti Madhupuri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavi Vaishnavis and present here, all of my respectful guests. Прежде всего я приношу свои смиренные и почтительные дандаваты пранамы. Лотосным стопам своего Гуру Пада Падма, Нитья Лила Правиштам Вишнупад, Аштодара Шата Шри Шримад Бхактиданти, Вамни Госвами Махараджа, и Нитья Лила Правиштам Вишнупад, Аштодара Шата Шри Шримад Бхактиданти, Нараян Госвами Махараджа. В это же время я предлагаю свои смиренные и почтительные дандаваты пранамы. Лотосным стопам Нитья Лила Правиштам Вишнупад, Аштодара Шата Шри Шримад Бхактиданти, Свами Махараджа, Шили Горгариди Махараджа, Шили Бхакти Рашачи Дарга Свами Махараджа, Шили Бхакти Брамадхурига Свами Махараджа, всем старшим преданным, всем вайшнавам, вайшнаве и почтенным собравшимся здесь гостям. Just I want to say in this material room, what do you want? Я лишь хочу сказать, поговорить о том, чего же вы желаете в этом материальном мире? What is your perfection goal? Какова ваша цель? Do you know perfection or goal? Какова же ваша совершенная цель? Вы знаете, что это? What do you want? Чего вы хотите? All you want, I tell you, is bliss, ananda, happiness. Я скажу вам, все вы хотите обрести ананду, блаженство. Calm and quiet peacefulness. Хотите обрести спокойствие, умиротворение. You don't want to quarrel. Не хотите никаких споров и ссор. You don't want to do anything. Just you want calm and quiet and peacefulness. Не хотите ничего, хотите лишь умиротворения, спокойствия. And all we are searching for the happiness. И все мы... Happiness. I will get the perfect happiness. Ananda. Все мы постоянно ищем счастье, причем мы ищем совершенного счастья, ананду, блаженство. But this bliss, ananda, happiness, we are getting different ways also, searching different ways. И это счастье, блаженство, мы ищем в различных местах, ищем различными способами. What kind of bliss do you want? Но какое именно блаженство вы хотите? You want to eat nice, delicious food, eat, that is your bhojana ananda. Возможно, кто-то хочет кушать изысканное яство, это называется боджананда. But only eating you are not happy. Then you want to take rest, want to sleep. That is svayanananda. Но принятие пищи не приносит полного удовлетворения. После принятия пищи мы хотим отдохнуть, поспать. Это называется svayananda. Then you getting many things. Wife, nice wife, nice children, nice husband, and nice car, nice bank balance. Затем этого тоже становится нам мало. Мы хотим завести больше, получить больше счастья, заводим семью, выходим замуж, женимся, появляются дети. Мы пытаемся обустроить домашний комфорт, увеличить счет в банке.
This is true. Who does not want these things? Так это или нет? Кто не хочет этого? Nice wife, nice husband, хорошая nice жена, son, хорошего мужа, хорошего ребенка, nice car, very хорошую машину, car, дорогую, lot of money, много денег. Who does not want money? Raise one hand. Кто не хочет денег? Поднимите руки. Everyone. Все хотят. Если кому-то из вас вручат большую сумму денег, вы будете счастливы. Then I will go different beautiful place, enjoying different kinds of sense gratification. Тогда вы будете думать, о, сейчас я смогу отправиться в любое место, путешествовать, наслаждаться различными видами удовольствий. Then you'll go here, Switzerland. Sugarland. В Швейцарию. Any land you can go there. В какой-нибудь Sugarland. Переводить на английский сладостную страну. If you have a lot of money, then you can travel different places and also to enjoy sense gratification. Если у вас будут деньги, вы захотите путешествовать, ездить по миру, наслаждаться различными удовольствиями. Because this is the nature of the conditioned soul, how to get the material sense gratification. Ведь такова природа обусловлена души, как обрести материальные чувственные удовольствия. Why do you want the happiness in this material world? Why are you searching the happiness? Но почему же вы хотите счастья? Почему вы постоянно ищете счастье в этом мире? One of Shastra also explains because in this material world full of misery, dukkhamay jagat. Шастра говорится, что этот мир полон страданий. And all we are suffering the three folds of Maya and suffering for this regard, we are searching where the highest and place and get the happiness. Все мы страдаем от тройственных страданий материального мира, но несмотря на это мы постоянно пребываем в поисках счастья. Мы всегда ищем, где же найти это счастье. Because in this material world we are suffering different ways. Some kinds of distress are coming from demigods. Some kinds of distress are coming from others living entities. Some kinds of distress are coming from our mind. В этом мире нас постоянно преследуют различные страдания. Некоторые страдания приходят от сил природы или от полубогов, полубогинь. Некоторые приходят от других живых существ, соседей, насекомых и так далее. Некоторые приходят от своего тела и ума. And especially in this modern time, every country is also economical crisis. И в особенности в это тяжелое время в каждой стране так или иначе наступает экономический кризис. Very difficult to maintain your family's life, household life. Очень сложно поддерживать себя, поддерживать свою семью, свой дом. Is it true? Это правда. Very difficult to get, find out that so job, nice job. Очень сложно иногда найти достойную работу. These are things. And mind disturb also. If you get the job, maybe your boss is not happy with you. И он всегда беспокоен. Если даже вы получили хорошую работу, может быть, ваш начальник не будет доволен вами. Very difficult to do work with your boss in your office. Очень сложно работать и выполнять указания начальника, найти с ним общий язык. And now money crisis. And very not so easy to get the also job. So very difficult to what to do, not to do. А сейчас в условиях экономического спада также очень сложно найти работу. This is the going on this material world. Every country is everywhere this is going on this. Because economical crisis is going whole world. Происходит по всему миру. В каждой стране есть трудности с этим, потому что экономический кризис происходит везде. Many things also going on. This corruption is going on. Very difficult to this. Многие другие явления случаются. Например, сейчас очень развита коррупция. The social activities are going this. You have to do, not to do. Деятельность общества тоже не складывается очень гладко. So that means a very critical time in your life also. Please think what to do, not to do. И таким образом очень критичное время жизни наступило сейчас. But where you get the perfect happiness you are searching. Но мы ищем, где же нам обрести истинное совершенное счастье. In your life you are not happy. Very difficult to get the happiness. В жизни мы несчастливы, и очень сложно обрести настоящее подлинное счастье.
Bhagavad Shastra saying, how do you get the happiness? Но наши шастры объясняют, где можно получить это настоящее счастье. You go to the Golok Vrindavan, they will be happy. The place of happiness. Нужно отправиться на Голоку Вриндавана, в место, где пребывает это счастье. In this material world you cannot get the happiness because this material world full of misery and distress. How possible get the happiness? В этом материальном мире невозможно обрести полное счастье, потому что он полон страданий. Sometimes little bit happiness coming, then again also distress, unhappiness comes. Иногда мы получаем какое-то небольшое счастье, какие-то всплески счастья, но затем снова приходит беспокойство. So for this regard, Shastra saying, Anandamayam Abhyasat, Anandamayam Abhyasat, again and again practice to the abode of Lord, where they are full of bliss, Anandamayam. Поэтому шастры говорят, снова и снова практикуйте в попытках обрести обитель Господа, потому что оно полно истинного блаженства. If you go to the place of transcendental world, Golok Vrindavan, there is full of bliss, Anandamaya Jagat. Если вы отправитесь в трансцендентное место, Голоки Вриндавана, в место трансцендентной блаженства, которое переполнено этим блаженством. So our scripture very clearly come to Golok Vrindavan, back to God, back to His home. Весь Священное Писание очень ясно говорят, отправляйтесь в это место полное блаженство, обратно к Богу. So maybe question will be, where is that Golok Vrindavan? Who has seen? How is there? И может быть возникнет вопрос, что же это за место такое Голока Вриндавана? Где она, как она выглядит? Sometimes when you listen about the transcendental world, then your mind disturbed, maybe I will cheat. Иногда, когда мы слушаем что-то, связанное с Богом и с трансцендентным миром, у нас возникает беспокойство, может быть, меня обманывают. Where there the transcendental world? Who has seen? How is that? Many questions come in your mind also. Где же этот трансцендентный мир? Кто его увидел? Каков он из себя? Очень много вопросов возникает. But I tell you, this transcendental world, Golok Vrindavan, that is called the perfect reflection of this material world. Но я скажу вам, что этот трансцендентный мир, Голока Вриндаван, является настоящим, а этот материальный мир его прямым отражением. Do you understand? Transcendent, that is called parvadic reflection means completely upside down. Вы понимаете, что такое прямое отражение? Это значит, что здесь все абсолютно наоборот. Look like same, but completely opposite way, upside down. Выглядит так же, но на деле полная противоположность. Just give an example. If you sit in front of the mirror, then you can see your reflection completely your opposite way. Your right hand look like left hand, and left hand look like right hand. Например, если вы стоите перед зеркалом, то вы видите себя, но видите себя в противоположности. Ваша правая рука в зеркале отражается как левая, а левая как правая. You are eating with your which hand? Вы кушаете какой рукой? Which hand? Какой рукой кушаете? Right hand. Правой рукой. But if you sit in front of the mirror, you see your reflection, you are eating as like your left hand. Но если вы будете сидеть перед зеркалом и кушать, вам будет казаться, что... То есть вы будете видеть в зеркале, что вы кушаете левой рукой. Then, just if you have the mirror, then you can sit, and you can eat your right hand, but look like you are eating with your left hand. Вы можете провести эксперимент. Будете сидеть перед зеркалом, кушать правой рукой, но в зеркале будете видеть, что кушаете левой. So in the same sense, because parvadic reflection, this material world is called the parvadic reflection of transcendental world. Почему я говорю об этом? Потому что этот материальный мир является прямым отражением трансцендентного мира Голоки Вриндавана. But you completely illustrated by Maya. So for this regard, you don't know where is the transcendental world, where the and speaker speaking that time sometimes your mind disturbed, is it true or wrong? Но дело в том, что вы полностью погружены в иллюзию этого материального мира, и поэтому вас постоянно переполняют сомнения. Вы не знаете истины. Иногда кто-то рассказывает о том, что есть трансцендентный мир, есть этот материальный мир, но из-за сомнений мы начинаем думать, правда это или нет. Just give an example and tell you a very nice beautiful story, then you may understand what is the transcendental world and what is the perverted reflection of this material world.
Я вам расскажу в примере историю, по которой вы сможете понять, что же такое трансцендентный мир и что же такое его прямое отражение, этот материальный. One princess. She went to take bath in the river. Однажды одна принцесса отправилась принять омовение в реке. And she was swimming in the river water, very nice, beautiful, neat and clean, as like blue water. Она плавала в чистых водах реки в очень спокойном месте. And she was completely intoxicated with her happiness. И она была опьянена своим счастьем и беспечностью. She was jumping and swimming in the water, throwing the water. Она игралась в водах, прыгала, купалась. With her 5-6 girlfriends, and she was water sporting in the water. Она была не одна, а ее окружали ее подруги, около 5 или 6, и они игрались в воде. And the waves of the water very nice, little up and down this way. Sometimes she also were swimming in the water, I like this. Ah, very nice. Река текла прекрасным образом, иногда небольшие волны накатывали на берег, иногда она просто неподвижно ложилась на спину, счастливо купаясь в воде. Because the water of the river very nice, as like crystal water. If you drop one coin, you can see the coin is going under the net. Воды реки были настолько чистые, подобны кристаллу, и если вы бросите в воду монетку, то вы сможете увидеть, как она упадет, опустится. For this regard, the princess with her girlfriends, she was swimming in the water very nicely. Итак, эта принцесса купалась в водах реки со своими подружками. She was sometimes driving as like a swan, going this way and going up, up and down this way. Она иногда ныряла подобно лебедю. In this way, when she was driving in the water, swimming in the water, then suddenly she thought, oh, I have one very valuable necklace. Maybe I will lose this valuable necklace in this water of the river. Когда она купалась, она случайно подумала, что на ней прекрасное драгоценное ожерелье, и если она будет продолжать купаться с ним, возможно, она потеряет его в реке. So she came out from the water and also put the necklace under the tree on the bank of the river. Тогда она вышла из реки и повесила это ожерелье на ветку дерева, растущего на берегу. And again she also returned back in the water of the river, in the blue water, with her girlfriends. Again she was driving in the water as like a swan. Затем она снова вернулась и нырнула в воды реки и продолжила плавать со своими подружками, как лебедь. She is thinking now she is also completely absorbed in the dreamland. И в своих мыслях она полностью погрузилась в сказку. Because so much intoxicated, she thinking I am going in where? She does not know. Just in the in dreamland, swimming in the water. И так, купаясь, она забыла о времени, забыла о том месте, где она находится, полностью погрузилась в прекрасные мысли, будто в сказку. That was also summer time. So for the maybe 2-3 hours, she was swimming in the water with her girlfriend. And so much happiness coming. Было лето, и может быть 2 или 3 часа они купались в воде с подружками. In the meantime, one big bird. As a crane came and took that the necklace and flew away. И в это время большая птица, как ворон, прилетела, как цапля прилетела и взяла это ожерелье. Then her girlfriend told to the princess, "Hey, your necklace, now in there on the bank of the river, another tree." И сейчас подружки этой принцессы сказали: «Посмотри, цапля унесла твое ожерелье на другой берег реки». Then her mind really disturbed. Тогда ее ум очень обеспокоился. That because that the necklace, valuable necklace, and she loved that the necklace. Потому что это было ее самое любимое ожерелье. She came out from the water,
And she was crying and crying. Она вышла из воды и плакала, оскорбив по нему. And that time her girlfriends, pacified, don't worry. But she was crying and weeping for her that the valuable necklace. Она плакала, оскорбя по нему, но ее подруги успокаивали ее. So much tears rolling down from her eyes. Слезы текли из ее глаз. Then she came back her house and she told her father, father, without that necklace I cannot survive my life. И когда она вернулась домой, она рассказала своему отцу: «О, отец, без этого ожерелья я не смогу жить». And she was crying and crying, weeping tears for her that the necklace. Она плакала и плакала, слезы ручьем текли из ее глаз по этому ожерелью. Then king pacified the princess, my darling daughter, don't worry, I will give you another valuable necklace to you, don't worry. Но царь успокоил ее: «О, дочь, не переживай, я дам тебе другое драгоценное ожерелье». But she was very stubborn, with her daughter necklace, she said, no, I want that necklace. Но она была очень уперта, и она отстаивала свое: «Нет, я хочу именно это ожерелье». Because this is the nature. If you love some things you and you lose, very difficult to survive your mind. Your mind always absorbed. Where is that there? Where is that there? Where is that? Where is that? Потому что такова природа. Если вы очень сильно привязаны к чему-то, если вы что-то очень сильно любите, и вы это потеряете, вы будете хотеть вернуть это обратно. You love someone. This is the nature, very difficult to forget to him or her or their things. Если вы любите кого-то или что-то и потеряете это, не просто будет это забыть. This is true. Very difficult. Mind very disturbed. Even eating, sleeping, always the dream is coming there. Это правда, очень сложно. Что бы вы ни делали, спали вы, ели бы, постоянно вы будете думать о вашей потере. So princess, she cannot forget her that valuable necklace. She was weeping, Three, 4 days she did not eat and crying, always shedding tears. Итак, принцесса 2 или 3 дня не могла забыть это ожерелье, плакала, проливая слезы постоянно. All her girlfriends pacified to her, even her father, mother, king and queens. Everybody pacified to her. Don't worry, I will give you another new valuable necklace, more than that. Все ее подруги успокаивали ее, ее отец успокаивал ее: «Не переживай, я подарю тебе новое драгоценное ожерелье, лучше даже, чем прежнее». She was only one darling daughter of the king. Она была единственной дорогой дочерью царя. So king told, don't worry, I will give. But she told, no, I want that, otherwise I will die. Но она сказала: «Нет, нет, мне нужно это ожерелье, иначе я умру». Then king is thinking, what will do now? Because that the bird came from where way and flew away where and where the fell down, that the necklace, how will you find out? И тогда царь начал расспрашивать ее, где она потеряла это ожерелье, в каких местах его можно отыскать. Then king finally he declared, if anybody find out my daughter's that valuable necklace, I will give half kingdom to. И в конце концов царь заявил: если кто-то найдет ожерелье моей дочери, я подарю ему половину царства. Then all the subjects of that the country's mind will register. Everything if I will get and find out that the princess necklace, then king will give me a lot of wealth, money and to have kingdom. Ну и конечно же умы всех жителей королевства очень обеспокоились. Каждый начал думать, где же мне отыскать это ожерелье? Так хочется получить богатство и полцарства. So all the people they also searching. Where is the princess? That necklace. И тогда все начали искать это ожерелье принцессу. In this one month passed, but no one find out where the princess necklace. Спустя 1 месяц никто даже не смог найти его. And one month princess she did not eat, always crying, and she, now she is very skinny. А принцесса все это время не могла даже кушать ничего. Она постоянно плакала по этому ожерелью и очень-очень похудела. Because I told,
If you love someone, very difficult to forget. Very difficult to eat, very difficult to sleep. Я говорил ранее, если вы к чему-то очень сильно привязаны, что-то очень сильно любите, и вы это потеряете, тогда у вас пропадет и аппетит, вы будете постоянно скорбеть по этому. Just I tell you, if you love dog. Например, если вы любите собаку. Who loves dog? Кто любит собак? Just I tell to you. If a dog will die, what will you do? Если вы очень сильно любите собаку и привязаны к ней, если она умрет, просто представьте, что вы будете делать. Ваш ум будет обеспокоен. Because every day you are embracing, kissing with your dog. Ведь каждый день до этого вы обнимали, целовали эту собаку. Where are you going? You also taking your dog with you. Куда бы вы ни отправлялись, вы бы брали ее с собой. When you're going to morning walk on the park, your dog is going with you. Утром. Отправлялись бы в парк на прогулку, брали бы собаку с собой. When you sleep with your dog. Ложились бы спать с собакой. Кушать, пищу бы принимали тоже с собакой. Все бы делали со своим другом. But suddenly a dog left body. What to do? Ну вот, рано или поздно, или случайно, собака оставит тело. Что же будет тогда делать? Then you stop to eat. Когда вы перестанете есть. You always thinking. Вы всегда будете думать. When you start to eat. Они. Then you remember it's coming about your dog and shedding tears. Только решаете принимать пищу, тут же воспоминания о собаке придут, начнете плакать. Так это или нет? So in the same way, the princess so much love and affection with that necklace. She cannot eat, she cannot sleep. Then all here shedding tears. И так вот эта принцесса была привязана к своему ожерелью. Она не могла есть, не могла спать, постоянно плакала, скорбя по нему. So now coming in this way. Because this separation very difficult to survive. Потому что перенести разлуку очень-очень сложно. So now only all the subjects of that the country, all they are searching. I will get the princess valuable necklace. Итак, все жители государства искали это ожерелье принцессы. One day one poor boy, he went to the jungle to collect some wood. И однажды один бедный мальчик отправился в лес, в джунгли собирать хворост, дрова. So one day he collect some wood and bundle, and he was very tired, so he was taking rest. On the bank of one pond inside the jungle. И когда он собрал достаточно древесины, хвороста и сделал вязанку, он решил отдохнуть на берегу одного пруда в глубине леса. In the meantime, that boy he noticed that princess valuable necklace under the water of the pond. И в это время он обратил внимание, что ожерелье принцессы находится в этом пруду. Then his mind is very overjoyed. Тогда его ум очень-очень обрадовался. That time that poor boy thinking very soon I will become rich, because I will take out that the necklace from the water and offer to king, then king will give me lot of wealth, money and half kingdom. Он очень вдохновился и счастливо думал, скоро я стану очень богатым, потому что достану это ожерелье из пруда, царь подарит мне половину царства, и я буду очень богатым, известным. That the pond, the water of the pond, completely dirty, and bad smelly. Но этот пруд был похож на болото, он был затемнотенный и пах невкусно. You know? Because that the pond, water is not moving. So for this one. The water very bad smelly. In the middle also some also white foams is there. Знаете, если пруд не подпитывается водой или вода не циркулирует в нем, тогда он начинает свисти и плохо пахнуть. И он начинает расти камыши. Have you seen this kind of small pond? Bad smell and in the water of this pond some also foam, bad small foam as a white color. Or grey colors. Видели ли вы, когда пруды без притока воды затягиваются, становятся болотом, на них появляется пена, тина, и они пахнут отвратительно. Well,
And also many bacteria, small insects in there. И там, конечно же, начинают размножаться различные живность, насекомые, пиявки и так далее. Because many birds also stooling in the water. Ну, потому что многие птицы испражняются в лесу, и, конечно, это все попадает в этот пруд. So when you saw that the necklace under the water, then thinking, anyhow, I will take out and offer to king, and king will give me half kingdom and wealth of money. И когда он увидел это ожерелье в этом пруду, он подумал, я любым способом должен достать его, и тогда царь подарит мне много богатства. Then I will become very rich person. Я стану богатым. Lot of wealth of money come. У меня будет много богатства и денег. If you have wealth money, then everybody respect you. Если у вас много денег и богатства, все вас уважают. Many also person your followers and running behind you. Многие становятся вашими последователями, бегают за вами. Понимаете, следует. So for this regard, he just in his mind, imaginary, he's thinking, soon I'll become a rich person. И так он думал об этом и воображал, о, скоро я стану богатым. For this regard, he jumped in the water of the pond. И поэтому он прыгнул в это болото. But some mystic power in the water. Но в это болото было обладало мистическими силами. He jumped in the water of the pond. He was looking at the necklace under the water. Он прыгнул в это болото, потому что он ведь видел в водах этого болота ожерелье. But he could not touch that the necklace. Но он так и не смог к нему прикоснуться. And again he jumping in the water, but tried to take out the necklace from the water, but not possible. Снова и снова он прыгал в это болото в попытках достать это ожерелье, но у него не получалось. Maybe some mystic power in the water. So he is looking, but cannot take out. Может быть, это какое-то волшебное болото, ведь он видел в нем это ожерелье, но не мог никак достать его. In the meantime, one person he was also going on that the way, and so why this coward boy, poor boy person again and again, jumping in the water of the bad smelly, water. И в это время по лесу проходил один мужчина, который увидел этого мальчика и подумал, почему этот бедный мальчик снова и снова прыгает в это отвратительно пахнущее болото. So that person, he stopped. Он остановился там. And he asked that person, hey, why you are drunk, jumping in the water of the bad, smelly water? So many bacteria will become sick. Спросил этого мальчика, чего ты постоянно прыгаешь в эту вонючую воду? Ты же заболеешь чем-нибудь. No, that time that person, that boy, he told, no. Because, look, the princess necklace under the water. Но тогда этот мальчик сказал, нет, посмотри, в водах этого болота ожерелье принцесса. Then that person, he noticed, then his eyes become very big. И когда этот мужчина увидел это ожерелье в водах, его глаза очень округлились, стали очень большими. Oh, this is true. That necklace, the princess necklace under the water. Он посмотрел, о, правда, ожерелье принцессы в воде. Then he said, hey, I will take. Тогда он сказал, нет, я сам его достану. Then he also jumped in the water. И тогда тоже прыгнул в эту воду. Without changing his clothes, same clothes, he jumped. Он даже не снимал одежду, просто прыгнул в болото и все. And tried to take out that necklace. И попытался достать это ожерелье. But some mystic power in the water. Но эта вода какая-то волшебная. Cannot take. Но он не смог поднять его. In this way, many people came and tried to take out their necklace from the water one by one. Так приходило много людей, и каждый прыгал в эту воду в попытках достать ожерелье. Even king himself came with his entourage, minister and all these. Даже сам царь пришел туда со своими министрами. King himself jumped in the water, tried to take out the necklace from the water. Царь тоже прыгал в эту воду в попытках достать ожерелье, но у него не получалось. All they are looking necklace under the water. Но каждый из них видел это ожерелье в воде, но никто не мог достать. And so morning to evening, everybody jumping in the water. И так с утра до вечера каждый прыгал по очереди в воду этого болота. Bad smelly water, many bacteria, so everybody itching body. И так я сказал, что там было много насекомых, болото было вонючее, и поэтому к вечеру каждый из них чесался. And everybody's body is bad smell.
Тело каждого из них и одежда начали очень плохо пахнуть. And also bad smell come from their body. И вот так вот все чесались и воняли. But still all they are thinking, hoping, I will get the necklace for me. Но по-прежнему каждый из них думал и надеялся, нет, я смогу достать это ожерелье из этого болота. In the meantime, one saintly person, Narada Rishi. Но в это время одна святая личность, Нарада Риши, пришел. This saintly person, Narada Rishi, asked the temple and the king, hey, why you are jumping in the water, the bad smelly water in this pond? И тогда Нарада Риши, святой, спросил всех, кто там был, почему вы прыгаете в это вонючее болото? This is not the holy pond. Это же не святой пруд для молений. Why you are jumping here? Почему вы прыгаете в него? Что случилось? And why you become also sick? Все вы уже заболеваете. So much itching. Каждый чешется. And bad smell coming. Каждый плохо пахнет. Then king himself told, he now said, look, my daughters. Velvet necklace under the water. И тогда царь сказал, о, Нарада Риши, послушай, вон в воде ожерелье моей принцессы дочери. But some mystic part in the water, so we cannot take out. Но эта вода какая-то волшебная, мы не можем его достать. Then Narada Rishi sentry person told all your bogus stupid nonsense. Тогда Нарада Риши сказал, все вы глупцы, недалекие люди. This your daughter's necklace not under the water. Ведь ожерелье твоей дочери не в воде. Then all the why not? И все спросили, почему нет? Are you thousand people we are looking? Yes, they my daughter, my princess, their necklace under the water, or only one person you are seeing? The necklace not under the water. Мы тысячами глаз смотрим и видим в этом пруду, в этом болоте ожерелье моей дочери, а ты один говоришь, что его там нет. Then saintly person Narada Rishi told all your bogus. Тогда этот святой человек Нарада Риши сказал, все вы глупцы. All your philosophy completely bogus. Вы все глупые материалисты. And sometimes people are thinking if 100%, 1000% is saying that this is true, this is not true. Иногда многие люди, кстати, думают, что если 1000 людей что-то подтверждают, это является истиной, но это не так. Because in this age of Kali, everybody also are misguided. Потому что в это время, в Кали-югу, все постоянно сбивают с толку других. Chaitanya, this is the nature of the Kali-yuga, everybody misguided you. Попытайтесь понять, такова природа Кали-юги, этой эпохи. Все сбитые с толку пытаются сбить с толку вас. Because you are thinking 100%, 1000% saying this is true, but this is not true. И вы думаете постоянно, что если 1000 людей говорят что-то, это 100% истина, но это не так. But one saintly one now they say that is the perfect. Но вот когда один святой говорит что-то подобному Нарада Риши, это является совершенным. Narada Rishi told no, that your princess necklace not under the water. Нарада Риши сказал нет, ожерелье принцессы не в воде. Then everybody where is the necklace? Тогда все спросили, где же это ожерелье? Where is the necklace? Где ожерелье? Who knows? Кто знает? Raise your hand. Поднимите руки. Where the necklace? Где ожерелье? What is your name? Как вас зовут? Да. Даша. Наташа. Наташа? Наташа. Наташа. Тел, where the necklace? Скажи, Наташа, где ожерелье? Your name? What is your name? Maybe it's floating on the tree and the reflection is in the water. Where is the necklace? What is your name? Вы знаете, где ожерелье? In the mind, in the thought. In the mind? Yes. In the thoughts. Actually, Narada Rishi told, look, I'll tell to you. Вообще, Нарада Риши сказал, послушайте, я вам расскажу. Actually, necklace on the top of the branches of the tree. Вообще-то, ожерелье висит на верхушке дерева. Honestly, you are right. Понимаете? Вы правы. And that the reflection in the water. А отражение ожерелья в воде. You are not looking to the up, you are looking towards the down. Никто из вас не смотрел вверх, вы все смотрели вниз. For this regard you are thinking that the necklace, actual necklace in where? On top of the branch of the tree. И по этой причине вы думали, что ожерелье в болоте, а оно на самом деле на ветке дерева. Because when the bird took that necklace and flew away and dropped on the top of the branches of the tree. Ведь когда птица украла это ожерелье и полетела, она уронила его, и то повисла на ветке дерева. And that necklace, under that reflection, on the water,
А отражение этого ожерелья в болоте, в воде. Then everybody noticed, yes, necklace on top of the branch. Тогда все заметили, да, ожерелье на верхушке дерева. Then cooked king took that the necklace and offered her darling daughter. И тогда царь забрался на него, забрал это ожерелье и отдал своей дочери. Баравиндаван Бихари Лал Ки. What the purport about this story? Why did I share? Каков же вывод этой истории? Зачем я ее рассказал вам? Because this material world, where you are living, what you are looking, this is called the perverted reflection of transcendental world Guru Vrindavan. В этом материальном мире, как бы мы ни жили, что бы мы ни делали, что бы мы ни наблюдали здесь, все это является отражением трансцендентного мира Галоки Вриндавана. Actually, if you go transcendental world Guru Vrindavan, there is perfect happiness and everything is neat and clean and proper. И если вы отправитесь в трансцендентный мир, на Галоку Вриндавану, то там вы поймете и столкнетесь с этим полным совершенством. What we are looking in this material, that was there, but completely opposite, upside. Все, что вы видите в этом материальном мире, все есть там, но полностью противоположно. We have different love and affection with our family member, friendship mood, parental moods, conjugal moods. Здесь у нас также есть какая-то дружеская любовь к кому-то, родительская любовь, любовь возлюбленной к возлюбленному и возлюбленного к возлюбленной. In the same way, transcendental world, Golok Vrindavan, there are also that kinds of love and affection, friendship mood, and Subala Siddham, they love to Krishna with their friendship mood, but that is called Sakkabhav. И также в трансцендентном мире, например, Субала и Шридам испытывают очень сильные дружеские чувства Господу и любят его любовью друзей. In this material also we make friendship with our friends. В этом материальном мире мы также заводим дружбу с друзьями. But in transcendental Subala Siddham they also love to Krishna and so much love and affection friendship. Но в трансцендентном мире Субала и Шридам они так сильно любят Кришну, такая сильная дружба у них. In this material world, we also know about parental moods, love and affection with our friends, with our parents, children. В этом материальном мире мы также знаем, что возможно родительская любовь, например, наша любовь к нашим родителям, их любовь к нам. In the same way, transcendental world, Golok Vrindavan, Nanda, Yashoda, they love to Krishna as like their son. Таким же образом в трансцендентном мире на Галоке Вриндаване Нанда Яшода любит Кришну как своего сына. You love your son? Любите ли вы ваших детей? In the same way, Nanda Yashoda, they love to Krishna with their parental mood, Vatsalya. И также в трансцендентном мире Нанда и Яшода любят Кришну со своей Vatsalya Bhavой, родительской любовью. As like you nourishment your baby. Например, вы заботитесь со своим ребенком. In the same way, Nanda Yashoda, they nourishment to Krishna as like their innocent baby. И также в трансцендентном мире Нанда и Яшода заботятся о Кришне как о невинном ребенке. And Krishna though is Bhagavan, Supreme Personality of God, Godhead, but he performed this lila in Golok Vrindavan with his parents Nanda and Yashoda. И Кришна, хотя он является Бхагаваном, верховной личностью Бога, и являет эти сладостные лилы, игры со своими родителями Нанда и Яшоды. That is called the Krishna lila. This is called lila. Это называется Кришна Лила. He is Bhagavan, he is the supreme personality of Godhead, Swayam Bhagavan, but he performs sweet lila, parental moods, with Nanda and Yashoda. Хотя он Бхагаван, верховная личность Бога, но он устраивает эти сладостные лилы с Нандой и Яшодой, испытывая родительскую любовь. Намами сарам сачидананандару Satchidananda Rupam Dasa Kundalini.
About Krishna's sweet and childhood pastimes. That is called Dham Bandhan Lila, Mother Yashoda bind to Krishna with small rope. Кстати, Врата Муни в этом прекрасном баджане прекрасно прославляет лилу Господа Кришны, которая называется Дама Бандха Лила, когда мама Яшода связывает Кришну веревкой. How many do you know about this Lila Krishna Dhamman Lila? Как многие из вас знают об этой лиле Кришна Дамман Лиле? Поднимите руки. Many times also talk. Krishna very sweet Lila. That is called Dhamma Bandhan Lila Mother Yashoda she bind to Krishna with a small rope. Но как раз я также говорил о ней. Это прекрасная лила, сладостная лила Кришна, называется Дама Бандхан Лила, когда мама Яшода связывает Кришну маленькой веревочкой. Krishna's baby is Krishna. Very small baby, not more than 3 years old. Krishna пребывает в качестве ребенка, не взрослого, около 3 лет. Just I briefly tell you this story, then you understand. Я вкратце расскажу вам эту историю, чтобы вы поняли. Every day, all the Brajgopis, residents of, they also complain to Mother Yashoda about Krishna's many kinds of. craziness. And stealing butter, going to their house, disturb their mind. Каждый день все старшие вражи Гопи жалуются маме Яшоде на ее сына, который беспокоит их умы и ворует из домов масло. But Mother Yashoda she did not believe. Но мама Яшода не верит в это. She laughed and joked, how possible my son will go your house and steal butter. Она смеется и шутит, как возможно, чтобы мой сын приходил к вам в дома и воровал масло. So when the gopis they complained to Mother Yashoda did not believe and just laughed and okay, we go. Когда гопи жалуются маме Яшоде на Кришну, она не верит в это и лишь смеется и говорит, ну хорошо, достаточно шуток. But every day again and again they complain to Mother Yashoda, so Mother Yashoda thinking maybe my maids are not properly fit to my son, baby son. So for this regard, my son used to go house of the Brajavasi and stealing butter and disturbance to them. Но каждый день снова и снова они жалуются, приходят, жалуются маме Яшоде, и мама Яшода думает, может быть, моя служанка не кормит Кришну должным образом или делает невкусное масло. Ekoda griyoda sisu karmantaram. Once Mother Yashoda, she gave the holiday to others, her maid servant, and she herself churning the yogurt and getting the fresh butter for her Krishna, Gopal. И однажды мама Яшода, она отпускает всех своих служанок на выходной день и сама начинает взбивать молоко, делая из него йогурт и масло для того, чтобы накормить Кришну, Гопала. So early in the morning, Brahma Murta, she also milking the cows, very sweet fragrance milk of the cows. In her own hand, she also milking the cow. Ранним утром мама Яшода идет и сама своими руками начинает доить корову. And then she also boiling the water and transfer in yogurt, and churning the yogurt also. Затем она начинает сама кипятить молоко, взбивать из него, делать йогурт и масло. And early in the morning, baby Krishna is sleeping on the bed. Ранним утром малыш Кришна спит на кроватке. Her mother Yashoda is chanting the yogurt and remembering about her son Krishna. А этим ранним утром мама Яшода, взбивая йогурт, думает о своем сыне Кришне. Джани кани чакитани тадабалака чаритани дади нирмантана самоем. Шукадев Госвами told this Sanskrit part. Джани кани чакитани тадабалака чаритани дади нирмантана самоем. That means when Mother Yashoda, she was churning the yogurt and closed her eyes and remembering her son's Krishna's sweet childhood pastimes. Когда Господь Шримад Бхагаватам говорит этот стих на санскрите, когда
Мама еще до ранним утром, закрыв глаза, сбивает йогурт, думает о прекрасных сладостных играх своего малыша Кришна. Говинда даму дарма дамети, Говинда даму дарма дамети, Говинда даму дарма дамети, Говинда даму дарма дамети, Говинда даму chanting the yoga and getting the fresh water for her son Gopal Krishna. Итак, мама Ишода вспахивает йогурт и готовит свежее масло для своего сына Кришна. In the meantime, baby Krishna, he wakes up. И в это время малыш Кришна просыпается. And Krishna's mother is not in his bed. И смотрит, что матери нету рядом. Baby nature, when he wakes up, want to stay with his mother. И у ребенка по природе, когда он просыпается, и появляется желание быть рядом с мамой. And to suck the breast of mother. This is the nature of the baby. И пить молоко из груди матери, ведь это природа детей. But when baby Krishna he woke up, he saw in there the bed, mother is not there. Но когда малыш Кришна проснулся, он увидел, что своей мамы нету рядом. Then Krishna anyhow came down from the bed. Тогда Кришна каким-то образом спустился с кровати. Baby is very clever also. Дети же очень умные. With the help of his stomach and coming down from the bed. Он втянул свой животик и спустился с кроватки. Then baby Krishna noticed mother just like completely absorbed the chanting the yoga and closed his eyes. И тогда Кришна заметил, что мама Ишода полностью погружена в свои мысли, закрыв глаза, вспахивает молоко, делает йогурт. So baby Krishna, he caught the bread of mother Yashoda one hand and another hand caught the chanting yoga stick. И тогда Кришна одной ручкой схватился за косу мамы Ишода, а другой за стопку. But mother Yashoda, she was chanting the yoga. За ступку. Но мама Ишода, она так двумя руками похватала молоко. And I told, she completely closed her eyes. Ее глаза были закрыты. And remembering Krishna's sweet childhood pastimes. Она думала о сладостных играх Кришна. So saying, Jani kani chakitani tadabalaka charitani dadi nirvantana samaye. So now coming this. When the churning yoga stop, mother Yashoda churning, but yoga stay stick, not И когда мама Ишода спахивала молоко, делала, сбивала йогурт, закрытыми глазами почему-то ступка перестала двигаться. Do you want? How to chant the yogurt? Вы знаете, как, как взбивать молоко? So very difficult to understand. Сложно понять, да? Who has seen the chanting yogurt stick? Кто видел, как взбивают йогурт ступкой? Кто-нибудь видел? Because nowadays everything is what is good. Mechanical things. Everything. So just put the switch, then zzzz. Окей, спасибо. Но в наше время все механизировано. И поэтому очень редко кто увидит, как сбивают руками в ступке палкой йогурт. Now people, they don't know how to the channeling the yogurt. They don't. Because just... everything now, modern science, they also do everything. Люди сейчас даже понятия не имеют, как йогурт взбивать, потому что сейчас современная наука все механизировала. Because it's now the age of science. All we're thinking we are developed in our life. No need to work, no need to anything. Everything is also
automatically can do. Сейчас век науки, и многие думают, что не нужно самим ничего делать, все делается механически. Now the automatic door, no need to open the door, going, coming. Да, сейчас у нас автоматические двери, даже их открывать не нужно. Подходишь, они открываются сами. But that time also, everything is going to hard work, so people are the very strong body, no any kind of disease. And now people also are completely lazy, they don't want to any work. Раньше люди делали все своими руками, поэтому были очень сильны и всегда были очень здоровы. А сейчас люди сильно обленились, ничего делать сами не могут, не хотят. They don't want to walk also. Three-four steps they don't walk. Они даже не хотят подниматься на третий или четвертый этаж пешком. There too everything is what? Lift. Okay. Везде есть лифты. Then come. Пришел, встал, нажал кнопку, поехал. Are if lift not working, then... А если лифт не работает, о, как же мне идти? No, if you do up and down, then your body will be strong, then your blood will be cultured, and нет, then heart will be very strong. Подниматься пешком, ходить, тогда тело будет сильное, кровь будет циркулировать по телу, сердце тоже станет сильным. Science gives happiness, and cemeteries are creating many kinds of diseases because we are not doing hard work, not walking, and everything remains messy. So how possible our body will be stronger? Да, ученые, конечно, делают хороший, вносят хороший вклад в нашу жизнь. Но сейчас из-за этого мы ничего не делаем руками, и естественным образом наше тело слабеет, и поэтому много болезней приходит нам. And every day you have to walk. Каждый день нам нужно гулять. If you do up and down every three steps to four steps from your house or five steps, then heart automatically will be strong. Если будете просто хотя бы естественным образом подниматься на третий, четвертый или пятый этаж по лестнице, тогда ваше тело будет сильным и сердце будет хорошо. Nowadays, why this heart disease is coming? Because we are not doing one to hard work. Почему в наше время много сердечных приступов и проблем с сердцем? Потому что люди не делают, не занимаются никакой тяжелой работой. At least every day you have to do some exercise. Хотя бы каждый день нужно делать какие-то минимальные упражнения. Many people they are jogging. Многие люди занимаются, многие люди выходят на пробежку. Doctor told every morning you have to jogging. Jogging understand? Доктора говорят, каждый день нужно выходить на пробежку. Otherwise many diseases come, sugar, blood sugar, many things. Иначе много проблем будет постоянно, сахарный диабет и так далее. Why I'm saying because Mother Yashoda was charming the yoga to him, but now stick also stop. И почему я говорю об этом? Так, мама Яшода, она сбивала йогу. Then mother was open her house. Why my Charlie Jugat not moving? Но тут вдруг эта палка остановилась, и она подумала, что же случилось, почему? Then she open her eyes. Когда она открыла глаза, then she saw her baby son. И увидела своего nice, малыша. And baby Krishna. Прекрасного малыша Кришна. Кастури тилакам лалад патле вакхастале костванг насагре бармуктикам каратле бену карикам карам сарванге хриджандан сулитам кантеча муктабули. Very nice, beautiful Krishna. Прекрасный, красивый Кришна. Кастури тилакам лалад патле. On her forehead, very nice, beautiful тилак with the кастури mask. На его лбу был красивый тилак, нанесенный муском. Very nice, beautiful, shining face, and very nice, beautiful, crawling, balakopal. Прекрасное сияющее лицо с большой, с красивой улыбкой. So kusturi tilakam lalade patale vakhastale kustvam nasagre varamuktikam karatale venum kare kankanam sarvangi hari chandanam sulitam kante cha muktavari. Very nice, beautiful, stunning face of baby Krishna. Прекрасное сияющее лицо малыша Кришны с как пухленькими щечками Балагопала. Then when Mother Yashoda saw her baby Krishna, heart melted. Когда мама Яшода увидела своего малыша Кришну, ее сердце начало таять. Then Mother Yashoda took the baby
Krishna on her lap and start to feed her breast. И тогда мама Ишода взяла Кришну, посадила к себе на колени и начала кормить своей грудью. This is Vatsala Bhava so much also parental with Krishna Gopal. Это Vatsala Bhava, родительская любовь к Кришне, у нее настолько сильная. Just mother just like cover and baby with her cloth and taking the smell from the head of the Gopal. Мама Ишода накрыла Кришну частью своей одежды и вдыхала аромат его волос. And Krishna holding the neck of Mother Yashoda and shaking the breast of Krishna. А Кришна держался за шею мамы Ишоды и пил ее грудное молоко. Again Mother Yashoda she also churning the devotee. И затем мама Ишода снова продолжила вспахивать молоком. In the meantime, little bit far, maybe 1 meter or 2 meter far from Mother Yashoda, the milk was boiling. Она снова начала пахтать молоко и увидела, как молоко, другое молоко на плите, начало закипать. In translation, everything is what? That is called the conscious being Chaitanya Rupa. Попытайтесь понять, что в трансцендентном мире все обладает сознанием. If you tell, you can understand, but their milk also conscious being Chaitanya. Если я скажу вам об этом, вы, возможно, не поймете, но в трансцендентном мире все обладает сознанием. So now milk is thinking, I cannot serve to Krishna. И сейчас это закипающее молоко на плите подумало, я не смогу служить Кришне. Million millions days, if Krishna is taking the breast of Mother Yashoda, the mother breast milk will be never finish. Ведь если даже миллионы дней Кришна будет пить молоко из груди мамы Ишоды, ее молоко никогда не закончится. And Krishna's stomach will also never full. А желудок Кришны никогда не наполнится до конца. Это правда. So that milk which is boiling in the water, thinking my life is useless, I cannot serve to Govinda. Это молоко начало думать, моя жизнь абсолютно бесполезна, потому что я не смогу служить Кришне Говинде. So milk is thinking my life is useless if I not serve to Krishna. Она подумала, если я не смогу служить ему, моя жизнь не имеет смысла. Try to understand this philosophy. What is the essence of our life? Попытайтесь понять эту философию. Что же является сутью нашей жизни? Yesterday I just make the platform to our human life, eating, sleeping, defending and meeting. These four things is that common in our human life and animals' life. Вчера я говорил о том, выстраивал платформу для вас, чтобы вы поняли, что же такое человеческая жизнь. Ведь мы подобно животным, также едим, спим, защищаемся, размножаемся. Это делают все живые существа. We have come this material world not for only the eating, sleeping and defending and meeting. В этот материальный мир мы пришли не для того, чтобы просто есть, спать, защищаться и совокупляться. Because these four things are common in our human life and also animals' life. Потому что этой деятельностью занимаются как люди, так и животные. Что же, какие отличия тогда между ними? Who is not eating, who is not sleeping, who is not defending? Кто не ест, кто не спит, кто не защищается? This is the nature, one small insects to everywhere. Это же природа, от маленького насекомого до самого сложного живого существа. Все делают это. Cats, dogs, animals also, they're doing same thing, eating, sleeping, defending, and meeting. Собаки, кошки, различные животные, все занимаются одним и тем же. Едят, спят, защищаются, размножаются. But we are human beings. Но мы люди. Why you are saying we are human beings? Почему мы называем себя людьми? We are also doing four things. Ведь мы же также делаем эти четыре вещи. But what the difference of our human being and animals, others? Что же отличает людей от остальных видов животных? That is called spiritual things. И это называется духовность. Because Lord gives us intelligent power, brain. Потому что Господь дал нам силу разума, силу ума. We can inquire our spiritual life. И благодаря этому мы можем вопрошать о духовности. This is true. Правда это или нет? Can you understand? All you are intelligent, all you are very learned scholar. Все вы же можете это понять, ведь все вы являетесь разумными людьми, обладаете большим запасом знаний. You have to inquire about your spiritual life. This is true. Вам нужно вопрошать о духовности, это правда. And without spiritual life, the human life is useless, nothing else. Без духовной жизни человеческая жизнь абсолютно бесполезна.
Again, he was wondering the same cycle of birth and death. Tavat janam, tavat maranam, tavat janani, jatrani saranam. Again, give up this body, enter in the womb of mother, again coming out. Again, give up this body. The same thing is going on. Иначе вы так и будете вращаться в этом непрерывном круговороте рождений и смертей. Родились, выросли, пришла старость, поболели немного, умерли. Затем снова пришли, получили рождение в лоне какой-то матери, опять выросли, опять старость пришла, поболели немного, опять умерли. И это постоянный круговорот. But Krishna says in Bhagavad Gita, little bit will practice the spiritual things, then your life will be successful. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите, лишь немного, если вы будете практиковать духовную жизнь, тогда ваша жизнь будет успешной. В этом стихе Бхагавад-гите Шри Кришна говорит: «Нихаби Крама Нашасти, если даже немного вы будете практиковать преданное служение Господу, вы никогда не потеряете эти заслуги, более того, больше никогда вам не нужно будет рождаться, умирать и рождаться снова. Вы выйдете из ворот рождения и смерти». Бхакти-йога, devotional service to the very simple, not doing anything. Бхакти-йога, преданное служение Господу, очень просто. Just to wake up early in the morning and chant Lord's holy name 10 minutes. Просто просыпайтесь рано утром и воспевайте святые имена Господа 10 минут. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. 10 minutes morning and 10 minutes in the night time before sleep. 10 минут утром, после того, как проснулись, и 10 минут вечером перед сном. Yesterday I told. Вчера я говорил. 24 hours, day and night. 24 часа длится день и ночь. 12 hours day and month, and 12 hours night. 12 дней и 12 ночи. Or if you give to Lord, how many hours? Only 10 minutes daytime and 10 minutes evening night time. Если вы посвятите Господу всего лишь сколько часов? 20 минут. 10 утром, 10 вечером. This is very simple bhakti yoga. Not do anything, not hard work, nothing. Это очень простая бхакти йога. Не нужно переусердствовать в каком-то, в какой-то деятельности. Нужно сильно трудиться. Any money, nothing. Не нужно тратить огромное состояние. Look, if you go any what you call yoga center. To practice. Посмотрите, если вы отправитесь в какой-то центр йоги что-то практиковать. Понимаете? That is called what? Many kinds of machine you have to pay there. Или, например, фитнес-центр пойдете, вам нужно будет платить за это все. You have to pay, then you can enter in that the what is called that place? Jogging. Fitness center. Fitness center. Для того, чтобы пойти в фитнес-центр, нужно отдать кучу денег, и затем вы сможете войти позаниматься на тренажерах. That's true. Так это или нет? Но люди ходят туда. But bhakti yoga is what? No need pay anything, no spend any money, nothing. А bhakti yoga что это? Не нужно платить никаких денег. Just wake up in the morning, chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's spiritual things. Просто лишь проснулись утра и начали воспевать Хари Кришна Махамантру. Это духовные вещи. That means I'm not saying don't go to the jogging place. Это не значит, что я говорю вам, не ходите в фитнес-клуб. For the fitness of your body can do. Нет, конечно же, для развития своего тела можете этим заниматься. You can go to the park and walking, morning walk is the best for you. Можно ходить в парке, гулять утром или совершать пробежки. Это очень you полезно. Can go also the fitness place, body fitness place in the new place. Можете ходить заниматься фитнесом, успокаивать свой ум всяческими способами. But spiritual thing, this bhakti yoga is just simply chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Because the essence of life, these things, how to chant Lord's holy name.
Но что такое духовная деятельность? Это просто воспевать вот эти святые имена. Ведь какова же суть этой жизни? Суть этой жизни – развить духовность. So now coming in this way, that milk which is boiling in the water, that conscious being also Chaitanya. Milk is thinking, I cannot serve to Krishna. Итак, это молоко, которое кипело в кастрюле, выплескивалось, собиралось выплескиваться наружу, думало, я не смогу послужить Кришне. Nothing. Cano vache prani kisukala giya, narottama dasa cano nagelo moriya. What? The happiness I am living in this body, if you would not serve to Krishna, Govinda Seva. Каков смысл находиться в этом теле? Как же мне обрести счастье, если я не смогу послужить Кришне, Говинде? Нартама Дас Такур говорит об этом. So that milk is thinking, I cannot serve to Krishna. Итак, молоко думает, я не смогу служить Кришне. So it is better I give up my body. Поэтому лучше я оставлю тело, покончу без самоубийства. И тогда молоко начало переливаться за край кастрюли. В попытках покончить жизнь в огне. Then Mother Yashoda, she noticed. И тогда мама Яшода заметила это. Milk is over boiling and falling down to the water. О, молоко выкипает и падает в огонь. Then Mother Yashoda, she think, no, no. Milk, don't commit suicide. I have a chance to serve the Krishna. Тогда мама Яшода сказала, о, молоко, нет, не кончай жизнь самоубийством. Я дам тебе возможность послужить Кришне. One thing, never commit suicide. Запомните, самое важное, никогда не кончайте жизнь самоубийством. Many people, depression is coming. That time they want to commit suicide. У многих людей различные депрессии сильные, и они хотят roof, покончить жизнью, прыгают roof, с домов, вешаются. And committing suicide different ways. Различными способами. Because mind is depressed. Почему? Потому что он очень обеспокоен, сильная депрессия появляется. You can see them TV, newspaper, many people they killed themselves. Можете посмотреть новости или газеты, постоянно люди убиваются. Our scriptures don't allow. Запрещают это. Никогда нельзя заканчивать жизнь самоубийством. Understand? This thing never commit suicide. Поймите, поэтому никогда не делайте этого. It's very important. Это очень важно. Never commit suicide. Никогда не совершайте самоубийство. Because this is called one kind of offense of aparat. Потому что это является одним из видов оскорблений аппарата. Because this human body is very rare. Ведь это человеческое тело. Lord gives a human body to Bhajan and Sadhana. Очень редко. Господь дает его специально, чтобы мы могли совершать садхана бхаджан. Лабдха судрнамидам баху самбаванте мунусам картанам унитам апиадхиро турнам патидрана жати унуметтум жават нисяса вишакуру сарватам сад. Шримад Бхагаватам дает доказательство, что человеческое тело очень-очень редко. Lord gives us human body. Why? Господь дал нам это человеческое тело. Почему? Для того, чтобы мы могли совершать садхана бхаджан, с любовью служить ему. Yesterday I told Bible very clearly explaining this way. God created man after his own image. Вчера я говорил об этом. Очень ясно Библия говорит, что Господь создал нас по своему образу и подобию. God creates many kinds of living entities, cats, dogs, animals, cows, but he thought, oh, they cannot attend to me. Господь создал много живых существ, животных, птиц, кошек, собак и других, но он подумал, что они же не смогут достичь меня. Because animals, they cannot practice any spiritual things. Потому что животные не способны заниматься никакими духовными практиками. But we are human beings, we can practice spiritual things. Но мы люди, мы можем. So for this regard, Bible very clearly, God created man after his own image, own image as like him. Поэтому he created the human beings as like him. Очень ясно говорится, что Господь создал нас по своему образу и подобию. Что это значит? Что мы похожи на Него. Попытайтесь понять это. Human beings means this way. We have brain, intelligence, discrimination power. What is good, what is bad? Кто же такой человек? Это тот, кто обладает разумом, кто обладает способностью различать, что есть хорошо, что есть плохо. This human body is very, very rare, and also very valuable things also. Это человеческое тело очень-очень редко достижимо, и оно также очень ценно. So you should not commit. Поэтому не стоит кончать жизнь самоубийством.
and do bhajan and sadhana chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Mother Yashoda is thinking, oh milk, don't commit suicide. I have to give chance to serve my Krishna. Совершайте садхана бхаджан с любовью, служите Богу. Итак, мама Яшода думает, о, молоко, не стоит тебе кончать здесь самоубийство. Я дам тебе возможность послужить Богу. Another thing, Mother Yashoda, she is thinking, now Krishna is taking my grace, then after a few hours, Krishna will be asked, Mother, keep my milk products. So if I not protect the milk, how will I give the milk products to my Gopal Krishna? И мама Яшода в этот момент она думает, Если Кришна сейчас наест, но через пару часов он захочет какой-нибудь молочной сладости, поэтому мне нужно спасти это молоко, чтобы приготовить что-то из него для Кришны. Okay. With my breast milk I cannot product milk products. Из молока из своей груди я не могу сделать ничего, никакой сладости. Okay. I cannot create the what is called butter. Okay. Yogurt or other things with my breast milk. Из него, из грудного молока невозможно сделать йогурт или масло. So for the service of Krishna, Krishna Seva, Mother Yashoda, she stopped to Krishna, her baby, sucking her breast. И поэтому для служения Кришны мама Яшода оторвала его от своей груди для того, чтобы спасти молоко. So Mother Yashoda with her left hand just got to Krishna and to put on the Мама еще очень легко левой рукой взяла Кришну и оторвала его от своей груди, поставив на пол. Путанабодрилла, sometime I told in her Krishna. В Красноярске я рассказывал Путанабодрилла. That time Krishna only 6 days baby. В то время Кришне было всего лишь 6 дней от роду. 3 days baby, 6 days baby, Путана, Krishna. Всего лишь 6-дневный отрод у малыш Кришна. But Putana could not throw out the baby Krishna from her breast. Но Путана, имеющая в руках силу 10 000 слонов, не могла оторвать Кришну от своей груди. Though in her arms very strong power as like 10,000 elephants power, but she could not throw out to Krishna. Хотя ее руки были настолько сильны, что в Писаниях описывается, что сила ее рук была как у 10 000 слонов, она не могла оторвать маленького Кришну от себя. But Mother Yashoda very easy. He got to Krishna with a left hand. Но мама Яшода очень легко левой рукой взяла Кришну и поставила на пол. Then Mother Yashoda, he went to stop the milk which was over boiling and jumping in the fire. Тогда мама Яшода пошла к плите спасать молоко, которое хотело выпрыгнуть в огонь. This is nature of the baby. Become very angry. Ведь такова природа детей. Они очень легко гневаются. You know, this is nature of the baby. You are stubborn. What you are doing? If you stop, then become very angry and stubborn. Come, yes, I will do this. Why mother can stop me? Вы знаете, у детишки они очень-очень упертые. Если они что-то делают, их останавливают, им это очень не нравится, поэтому они гневаются. Who has baby? У кого есть дети? You can see your baby. If you're doing anything, you stop, become very angry. Also, with two hands or bit. Why, mom? Вы же замечали это, да, что дети, они если что-то делают, они очень упертые. Если вы не даете им делать это, они даже двумя ручками будут вас колотить. Почему вы меня останавливаете? If you forbidden over a baby that thinks, then baby will become very angry and to know I'll do that. Если вы запрещаете детям что-то, они сильно гневаются и ругаются с вами. Нет, я буду это делать, буду, потому что такова природа детей. In the same way, Krishna, baby Krishna, he's acting the role of as like humans, ordinary human. И также малыш Кришна играет роль обычного человеческого малыша ребенка. So now came when mother, she went to stop the milk which overflowing. Then Krishna became very angry. Когда мама Яшода отправилась спасать молоко от выгибания, Кришна очень разгневался. Then baby was when baby angry, he cutting, he leaves with his
pit. Okay, I will teach my mother. И когда ребенок сильно гневается, он может даже прикусить свою нижнюю губу своими зубками. Я накажу свою маму. Or I am for my mother. Молоко для меня или я для моей мамы? Okay. Baby, this is a baby thinking my mother, he doesn't love me. Mother love milk. Ребенок, он так думает, начинает думать, моя мама не любит меня, она любит молоко сильнее, чем меня. Because this is a baby's intelligence. Потому что это детский разум, понимаете? So baby Krishna took one small stone and stuck on the bottom of the pitcher of the jugad pot. Итак, малыш Кришна, рассерженный, взял палочку и начал ударять ей по горшочку с йогуртом. Then, and a milk also coming, the but and then the jugad also falling down from the small hole of the pitcher. Тогда он отколол небольшой кусочек от этого горшка с йогуртом, и в эту дырочку начала тонкой струйкой вытекать йогурт. Then baby was looking, how is this milk is coming out from the hole of the pot. Начало вытекать молоко, и малыш Кришна смотрел, о, как красиво это молоко течет из этого горшочка. Just was looking, how possible this was. И он наблюдал, как это возможно. Which Bhagavan, Supreme Personality of Godhead, now we can surprise, how this milk is coming from the pot. Тот, кто является Бхагаваном, Верховной Личностью Бога, кто знает все, он с детской наивностью и удивлением наблюдал, как это молоко вытекает из горшочка. And milk completely spread on the floor. Но молоко, конечно же, растекалось по полу. Even his feet also wet with the milk. И омывал его ножки, маленькие ножки. Then Krishna is thinking, oh, where is the fresh butter? So he went in the other room. И тогда Кришна подумал, где же свежее масло? И он направился в другую комнату. Then he saw the fresh butter in the one pot and hanging on the ceiling. И тогда он увидел, что в другой комнате в горшочке, подвешенном к потолку, висит свежее масло. Then he took then he think, how will take the butter from that the pot which is hanging on the roof? Тогда он подумал, как же мне достать это масло, которое подвешено к потолку? Then he took one, what is called, Gandhi motor. Тогда он взял одну ступку. You know Gandhi motor? Before they also grind the grains, that motor with the humming. Then that was upside down, so he also brain and also stood up on the top of the Gandhi motor. Ступка – это такой большой сосуд, в котором можно либо пахтать молоко, либо молоть зерна. И он взял такую ступку и перевернул ее, поставил на пол. I'm saying many things, but you cannot understand, because you did not see the Gandhi motor, how is that? Многие вещи я могу вам рассказывать, но вы можете не понять, потому что ни разу их не видели. Как это из себя выглядит, что представляет? But how? Just to try to understand, as I'm on the table. Ну просто попытайтесь. Он поставил этот большой горшочек, перевернув его, и взобрался на него как на стол. The Sanskrit word that is udukhal. So Krishna, he stood up on the back of the Gandhi motor. На санскрите это называется удукал. Итак, Кришна взобрался на донышко перевернутой большой ступки. And taking the butter. Ступа. And throwing towards the monkeys and crows. И тогда он начал, он брал это масло из этого горшочка и бросал его обезьянкам и воронам. Because Krishna is thinking, in my Ramlila, these monkeys and crows, they served to me, but because I did not fit to them. Потому что Кришна думал, когда я приходил как Рама в своей Рамалиле, обезьяны и вороны помогали мне, но я никак им не их не отблагодарил. So my, in my Krishna Lila, I have to give something to the monkeys and the crows for the feeding to the butter. И поэтому Кришна подумал, в этой лиле, когда я пришел как Кришна, в самом изначальном виде, я должен накормить их. Crows are coming, ka ka ka.
обезьян и ворон. И так там собралось в этом месте очень много обезьян и ворон, которые каркали. So here Mother Yashoda, she also stopped that the milk which overflowing and returned back in the same place where she was churning the yogurt. They saw the all milk and yogurt was completely spread all over the floor. Но когда мама Ишота в это время остановила, спасло молоко от самоубийства, от выгибания, она вернулась в ту комнату, где она поптала йогурт, и увидела, что йогурт покрыл весь пол этой комнаты с молоком. Мама Ишота подумала, что здесь произошло. Then he saw, oh, I stopped the baby, my baby, to second my breath, for this yogurt baby become very angry and broke the butter pot and milk and yogurt everything spreading over the floor. И тогда она подумала, о, наверное, это из-за того, что я перестала кормить своего ребенка молоком. Он разгневался и напроказничал, поэтому молоко теперь с йогуртом залили из пола. Then mother is searching, where is my baby Krishna? И мама еще начала искать, где же мой малыш Кришна? Then you notice Krishna's small footprints, on the floor. Тогда она заметила маленькие отпечатки стоп Кришны на полу. Then mother is followed the footprints of Krishna. И тогда мама еще последовала отпечаткам стоп Кришны. And another room. And Krishna also taking the butter from the pot and feeding the crows and monkey. И она зашла в комнату, в которую видела, что Кришна брал масло и кормил им обезьян и ворон. Then mother said, "I have to give punishment to my baby Krishna." Тогда мама еще подумала, мне нужно наказать своего малыша Кришну. So when mother said, "She came," then the crows and the monkeys they are also laughing. They are also ran away here and there. Когда мама еще вошла в комнату, то вороны и обезьяны тут же начали убегать и улетать оттуда. Then Krishna just turned his face and back, so Mother Yashoda behind. Заметив это, Кришна повернул свое лицо назад, обернулся и увидел маму Ишоду за собой. Then Krishna, he's very clever. He jumped from the mud, what is called, grinding mudal, and came out from his house and going towards the high road and running. Krishna очень умный, и увидев маму Ишоду, он спрыгнул со ступки и побежал во двор. Then Mother Yashoda was chasing behind to Krishna. А мама Ишода погналась за ним. Krishna is running and behind Mother Yashoda she also running. Кришна бежала, за ним бежала мама Ишода. So Саттабрата Муни saying this. Намами Сарам Сачидананда Рупам Ласад Кундалам Гокуле Раджаманам Jasoda Bhiyolo Khalabdhavamanam Parambrishtamatam Tata Dhyutta Gopam Namami Saram Sachidananda Rupam Lasad Kundalam Gokule Rajamanam. Which Parabrahma Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead Krishna, now he is running on the high road and afraid of Mother Yashoda. Итак, кстати, Саттабрата Муни в этом баджане описывает очень красиво, как Верховная Личность Бога, Шри Кришна, бежит, а убегает от мамы Ишоды. So tomorrow we'll discuss how Krishna is running and behind Mother Yashoda, she is also chasing. Завтра мы будем обсуждать, как Кришна убегает, а за ним бежит мама Ишода. And like thief running and behind police also chasing. Как воришка, который убегает от полицейского. Вриндаван Бихари Лалу Ки, Алло Радхе Говинда, Джайо Радхе Говинда.